Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Enlist. Вот немножечко играем, вот, продолжаю я. Сегодня, наверное, последняя серия будет, ребята, по рубрике «Немцы...» нет, как я ее назвал-то, рубрику? Забыл, как рубрику назвал. В общем, где я доказываю то, что немцы... Ни хрена не слабенькая нация, потому что в последнее время я видел много, так сказать, нытья на разных площадках, то, что немцы слабые, их нужно апать, советы уничтожают немцев, за немцев вообще невозможно играть, где я, в принципе, доказываю, что, в принципе, можно нормально играть. Главное, все зависит, откуда у тебя руки растут. Сегодня я буду играть в Сталинград, видишь, какие упитанные молодые люди у меня. Да, здесь у меня компания, как ты понимаешь, первого уровня. Сейчас мы будем с тобой играть и смотреть. А можно не так? А что, у меня два уровня? Подожди, что, у меня два танковых? Нахрена мне два танковых? А, как интересно. То есть из пехоты у меня только снайпера будут. И мужики вот эти. Ну, великолепно. Ну что ж, поехали. Очень интересный подбор. Почему-то два танковых и два таких, в общем, не знаю. В общем, сейчас будем проверять, как чувствуют себя немцы на первом уровне. А то ведь многие ноют, потому что вон ППШ против нас, ППШ, Винчестер, ППШ, Винчестер, ППШ. Вот. ППШ, Винчестер, ППШ, ППШ, Винчестер, ППШ. Сейчас посмотрим, как себя немец с первого уровня чувствует против ППШ и прочего говна. Закинул он меня прям в катку в жесткую. Вот. Сейчас посмотрим. А то ноет. Уж невозможно играть. У меня, кстати, ни гранат, ни хрена нету. Подожди. У меня ни гранат, ни хрена нету. Ну, ботиков-то ему нравится отстреливаться, ППШ. Вот, играю я, как понимаю, видимо, с ботами. Вот. Да, ну мои боты, конечно, тупенькие. Знаете, что-то мне кажется, что боты на самом деле сломаны. В том, что они еще, по-моему, тупее стали. Но это на мой взгляд. Ну, они прям реально какие-то тупенькие. Прям они как-то действуют. Метка вообще не ставится. Вот, тупенькие очень. Многие, знаете, мне там рассказывают про то, как они бросают эту игру. Потому что им надоедает этот дисбаланс сраный, когда вас кидает непрокачанных к прокачанным. Полностью поддерживаю. Если игра говно, надо ее бросать. Нечего тратить нервы. Согласен, если кто-то бросил, молодец. Это чье? Наш. Вот. Конечно же, преимущественно игроки играют за советов. Баланс в игре на самом деле не особо. Че, подожди, не строй. Строитель. Танк почему-то сюда не простреливает, хотя он должен простреливать. Вражеский, но он не простреливает. Он решил то, что нахуй это заниматься неинтересно. Угу. Ну, заебись ты тут настроил, строитель. Всех и своих. Так сказать, и чужих всех. Что-то они как-то это медлят с захватом. А наши тупо здесь сидят. У меня есть подозрение, что это тупо боты. Мы играем тупо с ботами. Ну,
Ну, потому что прям все здесь сидят, видите? То есть никто никуда не идет, ни на какие позиции. То есть я играю чисто за бот. Онлайн в игре, как вы понимаете, ребят, шикарный. Здесь 100 тысяч миллионов человек играет. А где враг? Чем он сюда вообще подъехал? Непонятно. А, ну у них великолепный снайпер, который сидит там. Че там, блядь, сидит? Точку надо захватывать. Ну, против КВшки выходить мне смысла нету. Да и у них что-то вообще тоже, ребят, какие-то тупые. Возможно, тоже боты. Я же попал. Наш пошел. Выжигатель мозгов. Это кто? Это свой. Давайте сходим сюда, посмотрим, что здесь происходит. Это очень странный бой. У них, походу, дело то, что ли, боты, блядь, одни сидят. Блядь. Перезарядись. С половинкой хп. Перезавяжись. Все это надо делать. Связаться, пере... Это... Да, у них, походу, дело тоже половина ботов. Удачно, я каточку зашел. По боты. Вроде бы вначале они так начали хорошо. Тихо, блять, да свои, ёпта не мать. Я, знаете, что заметил? Очень часто все начали использовать огнемет. Прям очень часто и все. Огнемет из второстепенного оружия стал основным, а это неправильно. Меня здесь нет. Нахуй. Не может меня забрать, хочет, но не может. При этом я уже троих уничтожил. Чувак, вот тот, кто меня убивает сверху, тебе большой респект. Потому что ты своей команде не приносишь никакой пользы. Ты тупо сидишь там и все. То есть польза от тебя команде никакой. Но нам наоборот лучше. КВшку я ничем забрать, к сожалению, не смогу. Можно его припугнуть немножко, чтобы он немножко обосрался. А, он все. А где этот пиздюк? А, вон. Вот так вот, довыебывался. Один прекрасный момент, мы все когда-то довыебываемся. И получим пиздюлей. Я, кстати говоря, если что, спал. То есть я сел записывать серию, я, то есть, спал. Ну как спал, дремал и решил сесть записать серию. Так что полусонный такой сижу. Вот. Кое-как они там ползут через нас, через наши эти. О, у нас, смотри, респаун начали строить, нифига себе. Пацаны подошли. Подошли пацаны за нас. Заметил, в последнее время игра начала что-то с FPS-ом проблем. 60 FPS падает до 50, то есть какие-то дропы непонятные. Непонятно, с чем это связано. Вроде бы ничего не обновлял, ничего, как бы все как было. Но после обновлений некоторых в игре начинаются проблемы, блядь, с FPS-ом. Он там остался, что ли? Где он там, этот снайпер ебаный?
нахуй. Ёбаный снайпер. Недоделанный, блядь. Ёбаный недоделанный снайпер. Пошел нахуй. Засунься свою пупша, блядь, в жопу. Сам надо точку отбить. Прикрывай. Отбили точку-то, кстати. А где он, кстати? А, он наверху, наверное, да? Ствольниками. Да, отбили. Отбили. Точку. Но они жмут, пытаются. Метки вроде бы начали ставить. Тоже вроде как плюс, да? Какая нахуй очередь? Ну хорошие эти очереди. Разработчик, уберите их нахуй. Очереди. А, побежали. Блять, промазал по всем фронтам. Ну как, я стреляю вроде бы нормально, но... Да. Блять, потому что нихуя не видно с этим реалистичным освещением, блять. Не видно, кто, блять, там сидит. Не понял. Блять, куда пуль летит? Не видно, куда пуля-то летит. Впервые слышу звук МКБ и ему радуюсь, блядь. Где ты? Все, ушел, что сменил позицию. Видимо, да. Блять. Немножко неприятная точка. Блять, не перезаряжай! Пиздюк, блять, малосольный, сука, нажал на все кнопки, блять, и на левую кнопку, и на правую кнопку, чтобы он, сука, перестал перезаряжать, блять. Он все равно дальше, блять, то, блять, хуй заставишь перезарядиться, бегают как долбоебы с одним патроном. То, блять, хуй скинешь эту хуйню с перезарядкой. Блять, по флафону, блять, попал. Ну уходи, блядь, сидит там. Ты думаешь, я тебя не вижу, что ли? Ну я его, блядь, не вижу, нахуй. Я уж его все позиции, блядь, спалил. Там все сидит. Ждем, блядь. Косой. Косой. Больно много взрывов. Отойдем, пожалуй. Так, пойдемте попробуем точку задесить. ДМК дадим. Можно я здесь где-нибудь присяду? Да
пукнуть мне на бутылку. По-моему, сдохли оба. Там гранат, по-моему, да? Нет. Он где-то здесь сидит. Красавцы. Красавцы. Молодцы. Так, пытаются где-то зайти. С той стороны они идут. Они могут и с той, там что-то они вот там тусовались. Или они тупо оттуда теперь все бегут, с левой стороны. Дебил. Извините. Ай. Ну, блядь, да. Ну, блядь, да. Ёбаные огнеметчики. Гранаты теперь не такие эффективные, как зажигательные смеси. Дай-ка, чего тебе там? Томпсон. Давай постреляем. Кто это? А, блядь, это другой. Это другой, я думаю, это свой. Я уж путаю, блядь, всех, кто свои, кто чужие. Ну, по роже-то видно. Ну, точнее говоря, не сразу видно по роже-то, кто свой, кто чужой. Блядь, не гранат, ничего. Первый уровень, ребят. Дефолт, блядь. Ой, не дефолт, а как он называется? В общем, с нуля, пацан. Пацан с нуля ходит с болтовкой. Неудобно, блядь, выгибаться вот эти вот QE, нахуй. Для аутистов, блядь, придумали. Ну, блядь, начинается вот это вот из-за этого ебучего окна. Знаете, такое ощущение, вот из этой винтовки, когда стреляю, у меня ощущение, как будто я, блядь, стреляю из этой, из воздушки, блядь. Просто из воздушки. Не знаю почему. Может, по звуку. Может, по звуку мне так кажется, то есть, ну... А, тут уже стоит, тут перекрывает, я понял. Бежал бегунок. Все нормально. Где-то они туда. Поставим на колени пока. Пускай стоит, покурит. Ну что тогда, вроде против ППШ-то, блять, держусь, да, ребят? ППД, блять, что у них там нахуй? Огнеметы. Я первого уровня. Ничего, вроде более-менее держимся. Вроде более-менее держимся. Винчестер вон у них, кстати. Он же ваншотная, та еще хуйня. Ничего так, потихонечку. Опять тот на точку зашел. Где ты, пиздюк? Показывайся. Сверху, что ли? Видимо, где-то сверху. Тут сидит, перекрывает и не дает на второй этаж зайти, где, видимо, его дружки сидят. Интересно. Может, я говоря, сесть на... Нет.
поедем. Хотел сесть на огнемет, типа огнеметом заехать, пропылесосить там с той стороны. Но... долго. Будет долго. Ну, блядь, пока бежишь, нахуй всю точку захватит. Ну, да. В принципе... что и следовало ожидать. Что и следовало ожидать. Прополоскали всю точку. Ай. Как они меня хотят забрать-то? Как они меня хотят забрать-то, блядь? Что ж, прям не видят, что враг-то перед ними. Ну, можно отсюда, наверное. Но здесь дальняя позиция, конечно, идти. Тут, конечно, далеко идти. Так, ну строитель что-то строит. Здесь, в принципе, уже, кстати говоря, тут на точке есть. Плохо. Блять, мои тупые боты, блять, только бегут. Задание что ли какое-то выполняет, с пистолетом бегает. Мои тупые боты просто бегут, блять. Просто бегут, они не стреляют, блять. Как же меня, сука, бесит в этой игре боты, ребят. Вроде бы, знаете, сначала относился к ним нормально, да, а вот теперь просто вот я вижу, как они себя ведут в бою. Я просто понимаю, что они просто тупые. Даже в самом какой-то обычной игре, в обычной игре, там боты намного умнее. В той же там, не знаю, Call of Duty, Battlefield, возьмите, там боты, блядь, умнее, нахуй. Здесь же, блядь, просто пиздец. Здесь просто пиздец. Они просто стоят и смотрят на врага. Враг идет тебя ебать, а они просто стоят и смотрят. Это пиздец как бесит. А, они. Че, сломал я тебе, блядь? Любитель стрелять изо всякой хуйни. Сломал тебе немножечко. Этому сломали там лицо? О, блядь, все пиздец. Огонь горит по 10 часов. Тоже это надо фиксить. Не должен он так долго гореть, блядь. Он горит минуту, блядь. За минуту можно спокойно, ребят, точку, блядь, захватить. И нахуй с нами ППШ. Пизду. А то есть у нас люди, кто жалуются. ППШ имба. Какая нахуй имба? В ебальник просто стреляешь, и все, никакая не имба. Берешь болтовку, блядь. Мне до сих пор некоторые люди пишут про то, что ППШ имба. Ложись, пизда. Перелез, блядь, застрял в заборе. Прикиньте, перелазил, нажимал, перелез, застрял в заборе. Знаете, у меня есть ощущение, ребят, многие, наверное, с этим не согласятся, но у меня есть ощущение, что скоро игра закроется. Кто-то спросит, а почему у тебя такие ощущения? Ну, во-первых, падает онлайн в игре. В игре падает онлайн. Во-вторых, особо так супер-пупер чего-то такого они не выпускают. То есть, ну, прям вот как-то вот... хуйня какая-то. Вот, у меня такое ощущение, как будто скоро-скоро вот-вот... ощущение, как будто, блядь, игра из последних сил держится, на самом деле. Покажи головку. Блядь, я ждал его головку. Да. Вот. Не знаю, у меня лишь такое ощущение, потому что я вот сколько играю, как смотрю. Это все. Это кто? Это наш, не наш? Кто это? А, зарезал. Вот, у меня ощущение, что скоро игра пиздец. Закроется. Ну или она, знаете, будет как у War Thunder, есть там какая-то королевская битва. Ну, многие, наверное, не знают. Какая-то хуевая там королевская битва. Вот, мне кажется, скоро она будет такая же. Здесь будет онлайн 1000 человек и все.
Здесь не такой уж большой онлайн. Да, блядь, правильно нахуй туда его. Огнеметчики, блядь. Пулеметчики. А где точка-то? А почему так далеко? А, понял. Думаю, что-то как странно далеко. Вроде так далеко не было. Вот. Бомба языч. Да кидай ты, я ж нажал, блядь. Бомбу языч. Тихо. Через дымы смотрим. Все, забрали? Красава. Ребят, вы что, блядь, здесь все сидите? А кто у нас точку захват? По точке пробегитесь, блядь. По точке, говорю, пробегитесь, блядь, постреляйте. Я думал, я по нему попал. Попал по тому, кто сзади него был. Интересно получилось, ребят. Видали, я стрельнул, убил, но убил того, кто за ним был. Хотя прицел был вроде на нем. Ну, такое тоже бывает. Пацан молодец, тот, кто поставил близко респаун, красава. Кстати говоря, очень странно, что респаун поставился в 30 метрах буквально. Респауны вроде бы эти фиксили, то есть чтобы дальше ставились. О, а, это свой. Ты что стреляешь? Ты потому стреляешь, там свой. Любитель. А, это свои. Или не свои? А, вот это уже не свои. Это где-то там ППШ взял или чего там, или где с немецкой дуры бегает. А, Xiaomi какой-то. Xiaomi какой-то. Не знаю, блядь, телефон что ли китайский? Xiaomi, блядь. Xiaomi бегает всех убивать с китайским. С китайским, ребят, Xiaomi. А, там у них снайперок, рок-рок, снайперок, рок-рок, снайперок. Ну вот такая вот катка, ребят, получилась. Кстати, да, за нас Кирали играли. Кирали, МП. Ну а чё, хуй. Немцы же слабые, правильно. Немцы же слабые, почему бы с Кирали не поиграть? Ну я играл первого левела. Как видишь, в принципе, я считаю, я отыграл нормально. Зачем я бежал? Ну я видел, что арт-удар, зачем я, блядь, побежал? Вот, я считаю, что я отыграл как бы неплохо. На, нахуй. По стеночке все бегут, пацаны. Так, давайте-ка я отойду. А то там что-то прилетело. Давайте ляжем. Там что-то летит, какой-то арт-удар непонятный чей-то. Чей непонятно. А, вражеский. Вот, в очередной раз, ребят, убедились, что немцы очень слабые. А, кстати, у меня этот выжил. Снайпер. В очередной раз убеждаем себя, что немцы очень слабые. Их срочно-срочно нужно апать, как видите. Ведь за них вообще невозможно выиграть, как мне говорили некоторые люди, которые очень грамотные и очень разбираются в игре. Невозможно выиграть, да? Невозможно, ребят, вообще. Воу. Это что там такое стреляло? Не знаю, что-то по мне постреляло и куда-то убежало. То ли его убили. Все? Ну, вот такая вот катка, ребят. За слабых-слабых немцев, ребят. За первый уровень в Сталинграде. А в Сталинграде доминирует Советский Союз. Вот, пожалуйста. 48 тысяч, ребят. Получил.
Довольно-таки неплохо. Да, в топ не вошел. Ну, 68 киллов настрелял. Как бы я считаю, на первом-то уровне это как бы нормально. Ну, да, у нас есть чуваки, кто по 100 настрелял. Но это слабые немцы, ребят. Что вы хотите? Слабые немцы, да. Вот такие вот слабые, что вот так вот доминируют. Да, но немцы действительно очень слабые, ребят. Настолько слабые, что даже, блин, не знаю. Давайте выкинем один танк. Что это у меня? Подожди, что это у меня? Да, закрыть, да, пизду тебя. А, они кинулись сами сюда. А, подожди, у меня здесь это есть. А, так, так, ага. Так, доступна компания. Инженеры доступны. Ну, инженеров можно за место вот этих, да. В смысле? А, у меня же дохера тут, у меня же доступ-то полный. У меня же полный доступ, точно, я забыл. Я думаю, что-то дохрена больно отрядов я могу поставить. А что я еще могу получить? А, это еще получить. Трехствольный дробовик. Трехствольный дробовик, выдаваемый пилотом Люфтваффе в качестве оружия выживания в Африке. Нихера себе. Люфтваффе, Африка. Нихрена тут не очков. Это кого я качаю? Пехотинцев? Инженер, давай. Вот такие вот слабые немцы, ребята, в очередной раз. Давайте этого тоже возьмем. И радист пускай будет, и этот будет, все пускай будут. И здесь бронебойщик пускай будет. И бронебойщики, и вот эти мужчины тоже будут. 10 очков здесь. Этого тоже берем, это берем, это берем. Дополнительного снайпера, это сюда. Здесь тоже бронебойщика пускай стреляет. Так. Так, так, все, вот так вот, ребят. Вот такие вот пироги. Но опять же, заметьте, они не особо у меня прокачаны. Я им ничего ставить не буду, потому что денег у меня нету. Медику можно поставить дробовик. Интересно. Интересно, но я не буду. Вот, вот такая карточка, ребят, получилась. Сами судите. Слабые немцы, сильные немцы. Я просто доказываю то, что за немцев можно свободно играть. И, в принципе, особо не напрягаться и при этом качаться и получать удовольствие, так сказать. Вот. Ничего здесь сложного нету. И ныть, ныть, ребята, надо поменьше. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Когда-нибудь будет обязательно. Приходи ко мне на стримы. Стримы в субботу. Вот, если что. Всем до встречи. Всем пока.